Дорогие друзья, здравствуйте! Сейчас хочу немножко рассказать вам о каллах. Видео, как я храню их зимой, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Там я подробно все рассказываю, как я храню их в холодильнике. Потом весной я вытаскиваю их из холодильника. Об этом тоже есть мое видео. Вот, и сейчас я хочу показать вам свои каллы летом. Вот по одному маленькому клубеньку. Такой один, один такой, один такой, один такой. Это еще старые цены. Я купила летом 2015 года по одному маленькому клубеньку. Сегодня у меня их было уже в этом 2020 году приличная коробка. Я решила, что их для меня уже слишком много и решила продать. Выставила объявление и буквально в течение 2 дней я высылала и почтой, и приезжали ко мне люди. И я их распродала. Большая часть была продана. По 5 белорусских рублей, такие вот размером с ладонь. И маленькие, такие вот средненькие, по 3 рубля. А детки я так насыпала. То есть я хочу сказать, что это совершенно неприхотливое растение. Какого цвета каллы я продала и какие у меня остались, было непонятно. Потому что эти клубни, они выглядели совершенно одинаково. Вот, значит, несколько штучек я посадила вот в такую уличную вазу. Значит, и смотрю, что у меня зацвела вот такая розовенькая. Вот еще видна розовенькая. Так, ну вот еще такой пятнистый листик. Это будет, значит, еще какого-то другого цвета. Вот здесь вот на своей клумбе под окошком я посадила деток. Вот они совсем маленькие. Они, конечно, цвести не будут, они просто подрастут. Подрастут за лето. Ну и сейчас покажу. Вот здесь посадила. И смотрю, опять так же, как в той вазе, розовая. В общем, сама над собой смеюсь. И вот здесь вот рядок посадила, тоже розовая. Красивые цветы. Ну, похоже, я распродала, наверное, другие расцветки и оставила себе только розовые. И теперь сама над собой смеюсь, что была коллекция, коллекции нет. Но ничего страшного. Вот, показываю вам, сейчас цветет лилейник. Какой красивый. Спасибо за внимание вам, всем пока.